Привет-привет! Вы на канале Принцесса Кристина. Сегодня мы будем распаковывать замечательный такой домик большой. Большой домик, где живет большая-большая семья. Вот такой вот у нас домик. Он открывается. Внутри у нас можно поместить разные фигурки. Вот такие у нас там фигурки есть. Сейчас я ближе покажу. Вот там и кровати, и люди какие-то, и кресла. Называется Fashion Happy Family. Такая модная счастливая семья. Да, Кристинушка, вот можно открывать. Сейчас мы распакуем его. Там видно, оно у нас заклеено. Мы сейчас возьмем ножнички. Что это у нас такое здесь? Это у нас... Можно будет этот домик расселить вот такими и заставить мебелью разной. Он у нас раскрывается. Сейчас мы покажем, как он раскрывается. Ой, Кристинушка, смотри, это еще потом можно наклеечки сделать. Еще вот такие вот наклеечки. Ничего себе, прикольно. Это у нас какие-то кусты там можно рядом посадить. Бассейн вот такой еще есть. Вот это да. Вот такой у нас домик. А ну-ка покажи, как он открывается. Ух ты. Там он, мама, интересно, он и спереди открывается, или это только сзади? Ну, мы сейчас поможем. Сейчас мы поможем, покажем, что тут у нас открывается, с какой стороны. И там можно заселить целую семью. Он там снизу открывается. Задняя стеночка у него. Вот так вот. А ну-ка покажи. Можно вот эту крышечку снять вообще временно пока. У нас в этом домике и дверьки открываются, и окошки открываются. У нас вообще он практически полностью разбирается. Вот такой вот теремок маленький. Такой прикольный теремок. А ну-ка поверни, Кристинушка. Покажи, что там с обратной стороны. Ух ты! Его там можно заселить. Это можно пока не вставлять, я думаю. Это можно потом будет вставить. Мы сейчас попробуем расставить мебель в доме. Вот такую мебель мы расставим. Сейчас мы ее откроем. Вот так вот такой домик-трансформер у нас открылся. И теперь можно в него вставлять вот эти вот разные мебели расставлять. Можно. Там не только мебель, да, Кристина? А ну покажи, Кристинушка. Это у нас кресло там еще есть. Сейчас можно наклеить травичку. Это у нас такой газончик будет перед домом. Прикольно. Такой у нас газон получился перед домом. И сейчас мы вовнутрь будем туда вставлять вот эти все... Ты уже, Кристинушка, готовишь их ко сну? Да. Прикольно. Это кто у тебя там? Тетя какая-то? Да, тетя. А там еще кто? Тетя или дядя? Да, на домик еще можно вот наклеить такие... Мы ковры уже поклеили внутри. Там их было так... Немножко нужно было неудобно клеить, поэтому мы такое не показывали. А сейчас возле дома мы... Можно еще приклеить вот такой вот бассейн и газон. С цветочками, с лавочками. Вот такой у нас получился бассейник. А теперь мы можем внутри нашего домика расставить мебель. Что это у нас? Это у нас телевизор. Телевизор такой с тумбочкой. А ну-ка, посмотри, Кристинка. Мы правильно ставим? Наверное, спальню мы сделаем вверху. А ну-ка, Кристинушка, поверни-ка домик, чтобы всем было видно. Ой, кто это, мама? Кто это? А это царь. Вот так вот мы чуть приблизим. Это у нас газовая плита, что ли? А, это кухонный стол. Там даже... А ну-ка покажи. Смотри, там вилочка такая маленькая даже есть. Такая вилочка, маленькая. Тарелочка. Вот это да. Смотри, а Кристинушка, это обеденный стол. А это обеденный. Там такая прикольная тарелочка с вилочкой. Ой, столько здесь предметов разных. Там даже и ванная, по-моему, есть. Или умывальник, что-то такое. А, это газовая плита с конфоркой, по-моему. Что-то такое. Наверное, это тоже где-то внизу должно стоять. Вот так вот мы внизу тоже поставим. Что у нас еще там? Кристинушка, а где же наши жильцы? А ну-ка покажи, какие у нас там. А это...
Это что-то... Это даже я не знаю, что... Это какой-то угловой шкаф, наверное, или диван какой-то, в общем. Сейчас я подниму. Это у нас упал. Это кресло у нас упало. На, возьми. Это стульчики, кресла есть отдельно. Это у нас такие стульчики. Кресло у нас есть отдельно. Вот наше кресло. Домик закатил. Домик. Кристинушка, а ты там положила на кроватку? А, кто это? Покажи-ка. Это у нас такой человечек какой-то, не знаю, какой-то житель. Ну что, мы всех, Кристина, расселили в домик, да? Да. Или еще кто-то остался? Остался. А кто там остался? А это Вадик. А вот это вот какая-то девочка такая. Смотри, Кристинушка, как здорово, да? Вот такой вот домик. Красивый, такой красивый-красивый. С лужайкой. А это принцесса. Это принцесса. Это, Кристина, домик принцессы у нас. Какой красивый. Хотела бы сама жить в таком домике, да? С таким мансардным этажом. Большими комнатами. Окна розовые. Очень красивые цвета. А что это у тебя там? Покажи. Это принцесса маленькая, да, такая? А это бассейн. Кристинушка, а ты знаешь, что я тебя вижу через окошки? Да, представь. Я тебя вижу через окошки. И вот твой носик. Я вижу твой носик через окошко. Прикольно. А давай мы еще повернем. Закрываю. Давай мы повернем обратной стороной. Откроем сейчас, покажем, что мы там собрали внутри. Покажем, что мы внутри собрали. Вот так вот он у нас открывается. И внутри у нас вот такой вот прикольный домик. Да, самое замечательное то, что это домик-сумочка, такой вот переносной. Его можно взять за ручечку и пойти гулять с ним. Такой вот домик, это даже домик не на, не на колесах, это какой-то домик, домик-сумочка. Новая такая, тренд новый. Домик-сумка. Давай, Кристинушка, мы сделаем барбекю. Барбекю. Мы сейчас на лужайке поставим стол. Поставь стол на лужайке, стульчики. И сделаем барбекю. Вот так вот на лужайке стол мы поставим. Позовем гостей. Принесем угощение. И будем на улице, на свежем воздухе будем кушать. Да, Кристинушка? Можно вместо мангала какого-то взять вот эту вот плиту такую, поставить тоже на улице. А это дед. А что это у тебя, Кристина? Это детки. Что это там? Покажи. То не видно. Я вижу крабика. Крабика видишь? Это что? Это его вижу. Это готовили крабиков, да, на ужин или на обед? Это обед. На обед готовили крабиков. Пока-пока! Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока!